После наших доработок в машине появились передние парктроники, задние парктроники, камера заднего вида, установлено мультимедийное устройство Nissan Connect, установлены новые карты. Актуально 2015 год. Камера заднего вида взаимодействует с парктрониками, и расстояние отображается на мониторе. Отойди сзади. Головное устройство полностью поддерживает кнопки руля в штатном режиме. Поздравляю. Знания. Спасибо за внимание.